как, Нуketown, карта называется. Она, короче, это старенькая, она с этого, с Black Ops 1. Может, что-то там запись включил, нет? Да, включил. А, ну все тогда. Карта старая, многие узнают сразу. Как бы тут даже целая серия есть из этой карты сделана специально там. Нуketown, там командный бой, Невада. захват флага, всякая Да, такая. я зашел, я зашел. Да, все, ну вот видишь, не все так плохо в твоей жизни. А что ты? С моей оптикой, да. Ох, ни хера, меня убили уже. У нас что-то, короче, люди подзависли. Тут вот у нас чувачок. А ты играешь, что ли? Да, я уже гранату кидаю. А у меня на 100% завис. Но главное, что не выкинуть серва, надеюсь. Я уже одного убил. Да, не выкинул. Аллилуйя. Это с какой мы попытки? С пятой попытки получилось? Да что-то да, что-то да. Что-то Так, а долго. что я взял? А, дробаш, дробаш. Дробаш? Ну ты извращенец. Этот напоминает Индиан Джонс. Помнишь там, где он в этом в городке-то был? Как он хрустальный этот-то? Череп там еще такой был. А, Стой, ну-ну-ну. стой, 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 я за тебя. Опа, опа, гренка, гренка, С гренка. моей слева. Все, нас гренка прям всех. Да. А, как тут классно сменить? А то я чмо, чмо игрок. Так, так. Прикинь, показали, типа я. Че тебе показали? Так, типа я кого-то убил, а нихуя не. О, Килкам, что ли, не показали? троих сразу, смотри, как я А, красиво я эту попал. карту вспомнил, вспомнил. Один А. из летсплейщиков снимал здесь. Да? Это значит даже не, может быть, не Black Ops 1, а. Ой, я Или Black своего Ops 2, грохнул. да? Да. Смотри, короче, если убиваешь, когда Ой, несколько я раз еще одного своего завалил. тебя кикает. Так что аккуратней. Я знаю, это с первого Modern Warfare такая же фишка. Когда убиваешь своего, так же. Там не кикает, там этот. Тебя в лобби кидает и там ожидание. А, я за... Прикинь. Как Есть, гренату зарезал. кидать? Че я кину? Грену? Не знаю, попробуй на Г. Я этот на. О, гранаты замочил. Так, на четверку здесь чё кидаю? Слышь? Есть, я у кого-то спер этот ящик. Слушай, а на Я четверку я чё кидаю? это оглушающая граната. А. Типа гренка. Угу. О, я в самой жопе. Так, я взять тебя, короче. А мужики у конфером выбрали. Здесь же должны появляться. А, нет, это командный бой. На тебе гранатку. На тебе вот такую гранатку. И меня Опачи. завалили. Так, где войнушка-то? Вон, чувак, 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 чувак. Стой, Паш. Все, меня Везде кикнул. тут жесть. И чё, два Кстати, раза, что ли, и все? тут вообще это, здесь, это ж хардкор. Нафиг хардкор. Чё Я нафиг? чувака стрелял, и ты мне этот под этот попался. А тебя кикнуло, что ли? Да, я вылетел с серва. Все, вот такой твой первый летсплей. Сейчас зайду. А, мне забанили еще, прикинь. Да, тебя на там на этом сервере. Ну, сейчас я выйду такой с этим. Блин, Да, я пойдем такой счет другой. 13 к 7 на первом месте. Ну, А у ай. меня 3 к 10, что ли? Ладно, так. Сейчас я тебя снова приглашу тогда. Так, я в Но мне это друзья. простительно. Точно. У меня Все. первый левел, я чмо игрок, сука. Так, все, да? Так, погоди. Соединился? Нет, не присоединился. Давай, shift plus tab там. Все, по-моему, звук был. Кепочком. А, Давай. ты про это звук, что ли? Ту-дун, ну, Да, да, там, да. такой. Meltdown. Meltdown. Что это такое? Мёддаун. Ну, такие карты, да, там. Ну, Nuketown. Это что у нас было? А, все, вспомнил. Тоже, кстати, карта неплохая сделана, прям такие это. У меня тут немножко такая читерская пушка, конечно, это. У нее прицел такой читерский, как бы есть совсем читерский, а есть только получитерский. Я вообще не Он у разбираюсь. меня через стенки-то как бы показывает, сканирует. А, Сканирует этот, местность. что ли? Ну, как в Modern Warfare 2 это было, помнишь, там, Нет, типа, таких не было с там датчиком вообще. показывает Нет, теплоты, нет, что нет. ли? Нет, а тут прям в прицеле показывает, понял? Это вообще легально? Ну, раз разработчики допустили. А, ну тут какой год? Да. Есть вообще читерский, он, знаешь, как он, в чем заключен? Он вообще там квадратиком обозначает цели.
Ну, А, правда, как в этом, танки что ли? не будут. Армия? А, да. Только сразу тут в армии-то там еще коряво, там как-то что-то не поймешь. Да там вообще фиг поймешь. Вот. А Так, я тут... надеюсь, за тебя играю, да, за тебя. А, чёрт. Да шучу. Так, а здесь что я буду, если я в воду упаду? Воду? Ну, плавать точно ты не будешь. Ну да. Ух ты, подкинь с лестницы. Кстати, большой как. А чё Ой, все я свою... стоят-то? А не знаю, Я я уже свою... второго убиваю, который стоит. Идиоти, смотри, что мне написали. Идиоте! Да, это мне написали. Идиоте! Нечаянно Как там? убил чувака. Я уже... Я на второй, прикинь, я тебя обогнал. 4 к 0. Ничего ты, а ты где лазишь-то? Пахачмо. Как тут писать в чат? Ну-ка, сейчас мы его затроллим. Да ладно, пускай, что он думает, он крут. Да ладно, вот и я вот. Блин. Убил меня разок бы, ну может у него отлегло бы. Вот я четвертый теперь в списке. Так, ты где, Чёрная. где? Сру, он срет. Опа, 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 все, их много спереди. Сейчас, 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 все пучком идем. Гранатка. Играл в халфу? А, сзади, прикинь, убили, прям подло. А, да, сейчас, 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 сейчас. Я в этом здании как раз. Так, он, блин, выбежал, выбежал. Он вижу одного. Я еще, прикинь, ни разу не умер. Да? Да. А там, кстати, в этой серии убийств должна даваться. Да, дали что-то. Там тройку нажимай, тройку. И будешь там, не, только сначала... день нажимать. Да чё никакие нубы? Я на втором месте, 7 к 0. 8 к 0. Тебе привет прям. Читер. 9 к 0. Ух ты, блин, чувак. 10 к 0. Ты это, все, скройся куда-нибудь в такое огромное местечко и используй эти свои перки всякие там, то, что накопилось. А что, их после смерти нельзя будет использовать? Не, можно будет, но будет там 13-14 к 0, представляешь, там еще больше, больше, ты будешь еще круче и круче, понял? Да-да, я тут сижу, что ли, в здании. Ты возьми, нажми тройку, на тройку нажми. А что там будет? Не знаю, нажми там, я даже не знаю, что у тебя какие Че перки. Это мне дали какой-то радар, то ли я робот, то ли что? Кем? Ну-ка, подожди, машинкой управляешь? Да. Еще машинкой делать? Управляешь? Да. Ну как стреляй бы... ею. Не машинкой. А чем? Летающей хрень какой-то. Вот, эта штука летает и стреляет, понял? Взлетай на... По-моему, на ноль надо нажимать. На ноль нажимай, она будет взлетать. Пробуй. Нажимаю, ничего не взлетает. Стрелять пробуй, просто едь ей. Ну как ну, стреляет, она стреляет. Ну, в СВД вот это вот, как обычно, стандартное управление, ей управляй. Что-то никого еще не вижу. Ищи, а меня ищи, так смогут убить, если... Да если ладно, я ты... в здании вот. Хотя там вроде кроет меня. Она долго эта хрень? О, чувак, замочил. Да, ну все, отлично. О, он еще подсвечивает даже. Да. Опа, ники. Интересно, как она выглядит с другой стороны? Вообще пищит. Вообще классно выглядит. Мне она раздражает. А че она пищит? Она пищит? Да. Значит, скоро исчезнет. Все, взорвалось. На одного я шлепнул. Ну это удобно. Ого, у нас вообще одни кемпера, кстати. Да, у нас за 7. Я на втором 11. 11 к 0, да. Вот видишь, как отлично. А я на первом месте. А сейчас мне дадут? А, да, точно. Ну это, короче, как в первом Modern Warfare, то есть там используешь, и если потом еще кого-то убьешь, то тебе еще засчитывается. Следующий. Блин, это наш. Все, смотри, второй наш, и ты будешь... Да ну нафиг, я лучше побегу мочить. У меня, кстати, классный перк. Быстро бегает. Ну как быстро, долго. Опа. Ну я знаю, на выносливость перк. Так, а что-то у меня не перезаряжается. Походу мне сейчас с патрончиком будет туго. Ты... У меня пинг немножко лагает, видимо. Я в чувака выстрелил, а потом только он сдох. А ты видел, он... Замедленном действует. О, нифига себе, я убил, и мне что-то дали. Опять дали что-то? Гранатомет у меня то. Ой, базук какая-то. Короче, ты тут вообще решаешь, да? А где у меня пистолет этот? Блин, он там чувак, вон. А чем я его валить-то буду? Мне нечем. Опа, спрятался, прикинь.
Слушай, мне нечем валить. Че, Меня. кончились патроны? Да. Ищи трупы, собирай оружие. О! Отлично, нашел какой-то. А то я двоих чел увидел, они меня не видели, я их мог завалить. Так, ну у меня 12 к нулю. Не буду кемперить. Еще кого-нибудь. Опа! Вот сейчас ты увидишь мой прицел. Сейчас вот смотри. Читерский-то который? Да, вот как раз. Сейчас меня читером называют. Видишь, он как бы сканирует. Угу. Но я лишнего не стал стрелять. Тут пару пуль хватает. Смотри на мой счет. 12 к нулю. Ну точно, а чё, почему это? Да Почему потому ты что они не... все какие-то нубы были. Не, а почему ты не на первом, не на втором месте там это? А там пачка, а? Так, карта, Так, а это кстати, чё? классная. Да, мне Кстати, у понравилось. нас команда вообще классная. Ну как у нас, у них. Они, это, кемпера, они не любят бегать. Легко вынести. Голосуем за рандом. Кстати, вот эти обе карты хорошие. Где рандом? Где? Нижняя. А, вон, все. Голосуем, голосуем. Он как Сейчас бы... скажешь, третий левел. Читак. Нифига себе фрагов набивает. Ну да, нормально тебе. Вообще на этой карте поперло. Все твоя А чё я любимая карта. СМ4А1 там бегал? А Мочусь. тут пушки, как бы, знаешь, это хардкор, здесь нет такого влияния сильно. Да блин, да чё они какие тупые? Бегут, Кстати. я бегу. Я виноват, что они такие, этот, косые. Может быть, пинг у них это. Вот смотри, я заметил, тут очень пинг решает вообще. Вот, как бы я иногда выбегаю, он меня уже убил, а я его видел, так он как бы из-за стенки высунулся, и сразу меня убил. А у него на повторе как показывает, как он меня убил. Я еще там побегал, там у него какое-то время, там доли секунд, что ему было времени еще подумать, убивать меня там нет. Как бы Ну пинг. да, тоже это играет. Это что, авианос какой-то? Ой, карта вообще такая не очень, короче, здесь все Карьер. сливается вообще. Здесь костюмы вот этих игроков сливаются, как бы вот я знаю, где ждать, Так а здесь помнишь нет. в первом Modern Warfare, там мы бегали там на одной карте, там где вот все такое однотонное. И то есть там у противников он ярко-красный костюм, а за кого играешь, там, Есть. допустим, у морпехов, там, у них такой цвет как раз сливается с этими созданиями. Так, где моя... Это М27, что ли? Да, я с М27 бегу. Похоже на М4. Кстати, заметь, вот ты когда целишься и чуть-чуть поворачиваешь влево-вправо мышцы, заметь, у тебя люфта никакого нету. Угу. Знаешь, что такое люфт? Да. Как-то вот движется лишнего. Так, я, короче, за тебя бегу там на Да? расстоянии 20 метров. Тихо, Так, тихо, тень давай. какую-то видел. А, чувак убил. Сзади Вон меня. он, вон он. Так, вы еще там, чувачки? Ух ты, я прибежал туда, где наши все респаунятся. А, я не знаю, где все. А, он, походу, отсюда прибежал. Если ты не там, где все, значит ты у противника где-то. Убил. Ух ты, ничего себе, прячется один в центре карты, прям в вертолете. Я туда только залажу, без палева, а он меня там ждет. Да дохни ты, сдох. 2 к 1. Ой, 2 к 2. Я вообще не люблю эту карту, я их просто здесь не замечаю. Здесь так Надеюсь, я как-то. Гренка никого не убью так случайно. А то я на бум кинул. Почему? Можешь. И своих можешь, и чужих. Жалко, хотел отомстить за тебя. Промазал. Да я уже очку как-то стрелять тут. Вдруг это Вон. наш. Есть. Ну тут с Блин, помощь. хардкорностью переборщили немного насчет двух убийств. Ну да, там даже не было такого. Сразу банит. Ну как банят, на сервере, на том именно. Ну наказывают таких. Потому что есть любители. Ну, есть, но можно же отключить эту функцию. Ничего себе, о чем стоял? Ее много очень не любят в первом Modern Warfare. Ненужная хрень. Так, я вообще не А там разбираюсь, кто просто, где. видишь, в первой МВ, там дохренища народа играет. Там просто сколько на Там сервере-то, просто может, мясо 40 такое. человек, да. Там... Ух ты, прям в голову мне, прикинь. Одного замочил. Все, да, кто-то. Ты, наверное, там все Второго. успеешь.
Они там, да, шляются, аккуратней. Тебя сейчас убьет гренкой наш. А, нет, смотри. Чуть не убил. Супер. Я гранаты туда кинул. Че, убил гранаты, что ли? Да, я кого-то убил и меня. Тоже. А может быть ты меня гранаты убил? Не-не-не, я смотрю там, кто у тебя другой. А, пока я тут медлил. Я смотрю, тени какие-то двигаются. Так аккуратненько, аккуратненько. Ух ты, ух ты, ух ты, он меня что ли ждал? А здесь пулеметы есть? Да, здесь есть. Не-не, такие вот, типа как в Крайзис, там идешь, там прикрепленный пулемет. А, нет, тут есть богаче. Здесь есть перк такой. Дается пушка такая, трехстволка. Или шестистволка, какую хочешь. Типа миниган. Да-да-да, и с ним идешь в руках такой. Дядька бесстрашный. Да тут от бедра вообще как нифиг делать стрелять. Я уже многих убил от бедра только. А я вот не могу. У меня привычка целиться. Ну, может быть, этот... как он? От оружия еще зависит. Чувак, иди сюда, иди сюда. Кто его замочил? Пока я перезаряжался, его кто замочил. Есть. Пятерых. За тобой сзади кто-то стрелял, да? Или нет, это я сейчас убил. А, ну ты крут. Да. Да чё он стоял? А, да, здесь один появляется, он стоит. Все. Смотри, смотри, какая сейчас ракета, какой управлять буду. Где? Мне тебя еще найти. Я тут, где они? А где они все? Вот они. Где? А, ну ты. Все, видал? Троих. Так, а мне что-то пока ничего не дается. Я уже сколько троих подряд. Это мы командный бой еще. Это, короче, здесь много не набьешь, как бы, таких очков. Есть какой-нибудь захват флага, там что-нибудь, когда убиваешь врагов, и помимо врагов тебе дают очки за захват флага, там всякую ерунду, понял? Угу. За выполнение, как бы, задания это. А, вот, вот дали там... что-то мне сейчас. Да. Кого-то шмякнул в попу. И мне дали. А у меня эта ракета Half-Fighter, помнишь, она, по-моему, в МВ-3 или где стояла? Ух ты, кемпер сидит здесь. Сидит. Замочил. Да, ну вот, молодец, он там собака. А он не ожидал, что следом за тобой. Там за этим, да, двое. Да, за эскаватором. Да. Слева. Он один прошел. Так, так, так. А, он убил меня, прикинь, он там без палёв тут прошел. Сру. Чё за сру? Сори, сори, сокращён. Какая это колда? Да я понял. И все так пишут. А, ну, а тут ножи есть? Есть. Да, есть. А это... Е. У меня на Е, у тебя на В, наверное. Не дабу я, а просто В. Ну, у меня просто на средний колесико мышь. В МВ первом. Надо просто... Тут пару раз уже встречался с чувачком. А, чё у меня там на троечке что-то есть? А, радар. Вот, включай. Включи. Включай радар только когда он исчезает. А, его и так не было. Вот это вот читерское было, сейчас только что. Он мне через стенку показался. Сквозь этот мой прицел. А, чувак меня развел на пистолет. Блин, меня взорвали. Кто посмел? Так. Да вот тут есть такие нехорошие людишки. Я пойду их сейчас это. Какой-то чувак покидает здесь. Гейм. Тихо. У тебя как там дела? Вообще отлично. А я чё-то никого не вижу. Я, короче, заважу с лестницы, сважу и прям... А он одного видел. Ждал, кемпер. Все, я пошел за ним. Тебя ждал? Да, они прям меня там ждут. Вот с моей сейчас покажу. Да, твой последний килл будет сейчас. Да. Сейчас глянем, как ты его. А где замедленный? Вот. Ты двоих, видишь, даже захочешь. По яйцам, по яйкам. Прям в ягодичку. 14 к 9 у меня. Ну? Нормально. Для пятого левела. А чё с какими-то мы нубами играем, короче. Один вообще там появляется и не играет, главное. Вот сейчас да, может, отошел за рандом. Вот мы сейчас вот эти две гарты только что игрались. Вот этот верхний, нижний тоже. Mm. К
карьер какой-то, смотри, да? Вот эта вот карта была. А при чем тут карьер? Карьер, как поэтому? Царьер. По-английски читается. Карьер. Да, так и читается. Угу. У нас тут крысолов есть, смотри. Я видел. А этот у нас, вот смотри. А кто тут на меня писал-то что-то? Да, я не помню. Этот, админ какой-то. Этот, очки вот эти, 1825 у тебя, у меня 1470, что это такое? Ну, это очки за раунд, что ты заработал. Ну, как в батле играешь, допустим, там тоже же очки дают в конце. Только там сбрасывается. А что здесь нет, да? Где-то здесь ну, нет, пока при ты в следующей этом карте. лобби. Да. Пока ты с этого лобби не выйдешь, они у тебя не сбросятся. Йемень. Ой, карта тоже как-то не поймешь, она знаешь, то хорошая, то плохая как-то. Временами, короче. Да, не поймешь. Вот, слышишь, что я тебе сказал? Кто? Ну, кто у нас? Дядя этот? Как его, да? Кликают-то. А-а-а, убили. Ты что, опять уже играешь? Да. Нифига себе. Вот у меня оптика, у тебя не оптика, и все равно как-то ты быстрее все равно. Это знаешь, еще очень многое зависит от железа. Вот мы в батлу заходим с чуваком, у него вообще оптика там, дай боже, какая, по 30 мегабайт в секунду. Реальная скорость. Да у меня вроде железо нормально, я тем более апгрейдил Watchdog, который мне вышел. О, прикинь, видео я об машину взорвался. Видео об машину взорвался? Да. Не, тут проц очень многое решает, короче. Так, с чем побегать? Мне снайперка вроде доступна какая-то. Не, я буду со стандартным наборчиком бегать. Хардкор. Даешь хардкор. На меня чувак с арбалетом к ним добежал. Так, и что за машина? На Жигули немного смахиваю. Не. УАЗ 2107. Что за Иерусалим? Ух ты, ё. Чувак. Фух. Перезарядка сраная. Давай я их убил. Это ты? Ох да. Ты. Я за ним я шел. Этот гренг бросил. Кто там? Сзади, прикинь, сзади. Это прикинь. Твой, наш. Свой, да, наш. Его кикнуло сразу. А тебя откуда убили? Крысолов с окна. Вон. А, вон он, прикинь. Убил. Чё ты раньше не сказал? Так я сказал с окна. А чё вот... ещё раньше не сказал? Меня тоже с окна ещё раз убили. Только с другого уже. Сейчас я пойду к нему. Чё-то мне подлагает. Да что ты, вот они вот... Всё, карта начинает этим раздражать, что здесь кемперить начинает. Прикольно, такая карта сделана. Ну вот всё, начинает кемперить. Вот это вот у меня здесь немножко... Вот он засел. Я его убить всё никак не могу. Почему? Он меня в третий раз сейчас будет убивать, скорее всего. Там чего как раз шоу, я гранату туда кинул. Видал чё? Еще раз убил, прикинь меня. Кто? Чувак, один и тот же. Чувак, я уже давно тебя обошел. Я тогда гранат кинул, он выбежал. Он видит, что я там бежал по улице. Я его обошел, застрелил. Кемпер. Так, я взять тебя. А мы чё, за чурок играем? А я не знаю, за кого здесь. Ты в какой-то этот гражданской одежде. Кто гранату кинул? Кто не нам знаю. Гранату кидает? Ой! Позову, ой, я понял. Че-то я в пропасть кинулся. А смотри, кикает как на дрожжах, а не своих. Не, я стараюсь. Меня свой убил. А, не свой. А чё он в какой одежде? А я чувака зарезал. Подошел. Чем мне здесь нравится? Здесь нет ожидания вот такого как. МВ2. Помнишь там какое ожидание-то длинное было? Угу. Я кто его убил? Крысолов в здании все это кемперит. Да, там много кто кемперит. Опа, сзади. Сзади меня? Да нет, сзади меня было. Так. О, почем арбузы? Дыньки. Дыньки. О, кстати, то место, где он кемперит. На гранатку.
Ух ты, он вышел там, чувак. Аркай. Сейчас я к нему сзади зайду. И меня глушило. А, это препарат, Сусы короче, какой-то стоит, который этот глушит. Да, у меня такая штука есть. Типа ножа, короче, кидаешь, он втыкается в землю. И кто-то пробегает, его так бэмс. Не, думаешь, это у меня тоже есть такая фигня. А там прямо агрегат такой стоит, он волны такие издают. Да, есть. Машина такая этот. По мозгам дает сразу. Она тебя даже убивает. Во, у меня она сразу. Жарит, микроволновка. Я видел. Чувак, отойди от меня. А, я убил. В хедшот прям в голову. Ох ты, ёх ты. Крысолов поставил эту мину. И сам же на ней взорвался вместе со мной. Да погоди, дай гранату брошу. Хедшот. Ай! Ха-ха меня убил, прикинь. Ха-ха тебя убил? Да, ха-ха. Ха-хаит? Ха-ха. Все, я ха-ха убил. Там наш или кто в этом здании? Фу, наш, я его чуть не звалил. Слушай, а что-то у меня красный экран и... Вообще не хочет восстанавливаться. Что за дело? Красный экран? Ох ты, наш убивает своих же. Вон я тебя вижу. Ну и где я засел? Я бой... Чё? Чё это было? Я не врубился. Мне ух ты, звонил. Вон оси. Это, короче, какая-то примочка у кого-то есть. Слышишь, как он стреляет и... Опа, и меня тоже. Что ты такой вот, я не знаю. Ха-ха, я убил. Сейчас по тебе снова пальнет. Вот что такое, с чего стреляет? Да, фиг его знает. Ну, лучше в дом забежай. Я туда грант кину. Да, с чего это он так вот стреляет? Что-то веселое. Типа РПГ, что ли, какого? Все, я не вижу. Нифига себе! Этот, ты видел? Листья деревьев. Бетонные. Граната сквозь них кинул, называется. О, спасибо, ты выручил мне. А то я бы скопытился. Да? Да. Ко мне чувак зашел, тихо, я его сейчас. Он типа с гранатометом стреляет. Я хотел напугать чувака, короче, прям. Лонгшот. Ай, убил. Там они, короче, вдвоем в здании. Пойдем. Все, одного убил. Я со стены там выносил их. А. Вот видишь, вот ножичек, смотри, вот такой валять. Так и кидал, вот такой, смотри, где? Вот, смотри, видишь? Да. Не, посмотри у меня какой. Да, вот такой. Да я же не знаю, как он выглядит. Голову ему. Да, у меня тоже небольшая задержка. Вот лучше всего, когда карту не знаешь, самый лучший способ, знаешь, как это, быть не убитым. Да самое прикольное, когда карту не знаешь, вот это прикольно. А когда ты ее уже оббегал тысячу раз, это не интересно. Не, даже на которой карте знаешь, как я делаю? Я бегу карту вокруг. В центр карты не суюсь. А я... Куда глаза глядят? Туда и бегу. Ух ты, крысолов сейчас кого-то убьет, ты знаешь. Крысолов. А, вон. А, нет, смотри. Такой же пуколка, как у тебя, по-моему. Да, прицел такой. Не, а у него еще читерский, по-моему, прицел. А, нет, хотя. Вон, кстати, твой ножик. Бля, 12 к 15. Нет, у него такая же, да, по-моему, пушка. Там еще другая есть. Да вообще, короче, крестиком показывал. Ну, смотри, вот... я уже 6-й левел. Рандом опять ставь, рандом. Нажимай. Потому что карта вот... За рандомим у тебя карта. Турбина вот это вообще. Чушь, я помню, один раз не играл. Не понравилось вообще. Йемен, мы только что играли. Да, Йемен. А это, наверное, если ты хочешь еще раз эту карту поиграть, то можешь там якобы нажать. Ну да. Ну, тут и так дается выбор. По-моему, ты сейчас это... Ну, здесь как хоть так. Какой-то. В МВ3, по-моему, уже такое тоже есть. Ну да. Начинается с МВ3 вот это вот пошло. Не, по-моему, третий. Ой, второй.
Не, во второй нету там, по-моему. А, нет, голосовать там может за пропуск. Да. Там нету выбора. Там голосовать за пропуск только. Следующий турбина будет. Да. Не очень так. Не очень. Йемен, смотри, недалеко от имени. Хардкор. Команда. Дез Ну, матч. вон, у меня пинг 157, а у тебя 999. И смотри, как я фрагов набиваю. Так нет, это ты потому что не загрузился еще. Ну да. Во-во-во, смотри, что-то я куда-то поднялся, где-то иду. Ты поднялся, да, это круто. 55-й левел. А это буквально там за пару дней я набил. Ну вот, смотри, у меня уже пятый. Нет, Буквально это... за 10 минут. Ну и вот я смотрю, чувака стреляю, да? Вот пули в него уже летят все. И он меня убил. Я его даже не покоцал. А у меня тоже задержки, я в него стреляю, стреляю, и потом через несколько секунд он только дохнет. Какой у меня сейчас пинг? 100, 150, нет, это твой. У меня 150. У На нас 170. похожие пинги. Да. Но разница там плюс-минус 5 там пинг. Ну вот я не знаю, почему бы здесь не сделать поиск серверов, да? Да, по Как пингу там. МВ3, да, нашелся, я подобрал. Не, как в первом. Я там всегда ищу там, где пинг Ну там. да, вот в МВ3 тоже он есть. Опа, ну как это вот? Он даже не видел меня, не знал, где я, кто я. А взял да убил. А мне в самом начале уже шлепнули. Так, где тут кнопочка нажать на какую? Тут Не знаю. какие-то эти столики с этими. Эй, полегче. Она все-таки замочил меня, что? А, нет, А вот чужой. я в голову чувака выстрелил. Ну, следы от пуль, смотри, остаются. О, я за крысолом. Да, они в первом оставались. Чё за фигня была сейчас? Я вообще врагов не вижу. Они меня третий раз убивают, я их ни Вот, разу вот. еще не видел. Кому-то они невидимые бегают. Их даже не слышу. О, один! Одного встретил. И меня звали. О, Хотел мне повезло, что бутылочку. он снайпер. Мне чисто Снайпер? повезло, что чувак снайпер был, да. Опа, вот он, вынес меня. Только щелчок был такой. Да, я видел. Тьфу ты, наш стреляет. Откуда? А? Тут непонятно вообще как. А я в голову попал. А Лиза. Лиза меня убил. Опять в голову. Хедшот. Кому, тебе? Нет, я. Ага, он вижу. Стату. О, я на Хоть какой-то он вершине. поднимается. Ко мне? Нет, нет, нет. Мы левее. Мы левее тебя. Мы на мосту. Меня убили. О, что-то да, Вон мне эта снайпер. карта не нравится. Она непонятная такая, знаешь. Тут Ну, как-то... здесь, да, со снопами лучше сидеть. Опа. За что я сел? Слушай звук. Ты на чем там? А, вон пулик, я тебя вижу. Я напротив тебя. А, как сел за него, так и вынесли. Там они чуваки, куда я стрелял. Вот как-то он, такая мелкая фигурка меня заметил. А я его вообще только пока он начал стрелять по мне. Ух, Да. ничего. Пойду понизу. Да, сливается вообще. Здорово. Били вот этого чувака, да? Я еще так медленно бегаю. Два шага сделаю и все. Ах ты, не Пешочком. успел. Покинь с пистолета, один О, выстрел. я нашел твой пулик. Да? Вот садись за него и влево-вправо смотри, куда им стреляет. Вон ты, вижу. Где-то снайпер, где-то вот на этой турбине большой. На, получи. Вынесли. Как я с такой пулькой не вынес, а они меня с какой-то пуколки. А. С пуколки меня. Вверх прилетел, что ли? Я вот не знаю, что это прилетело, это может. Ну-ка сейчас глянем. Это кому-то посылку принесли. Посылка, сам знаешь, что это такое. Угу. Давай я, короче, за тобой бегу. Да? Твой. Давай, если что-то добивать будешь. Да. Опа, вот он стоит. Через камень показал прицел мне. Угу.
Осторожно. Опа, слева, Убил. слева. Убил меня. Бьют его? Вон меня. Давай попробуем его подкараулить тут. У меня еще подлагивание какое-то идет. Но у меня пинг-то 140 там. Ух ты, заждал меня он. Еще раз один, тот же самый убил. Да что ты, один и тот же удав убивает меня и все. Но он лихо прям, он патроны как бы мимо не тратит. Я бэт биглс какого-то. Лиза опять как-то убил. Чё-то, короче, они поднадоели уже. Да карта какая-то не ахти. Да не знаем, просто видишь, не привыкли еще нисколько. Да поменьше бы вот картишку. А тут просторы огромные. Фиг кого найдешь. Нет, почему? Вот я сейчас только что сверху нашел. Да меня вот находят тоже. Вот я. О, пулик. О, тебе повезло, я там чувака убил. Прям возле тебя. А, это ты стрелял? Я подумал, меня. А он кто-то стреляет уж. Там снайпер с вашей стороны. Тебе появились. Да его легче так звоню, чем с этим пуликом. Тут по мне стрелял так нагло. А, вон ты где сидишь. Завалил с пулик. А я смотрел, откуда он стрелял. Нет, это не это место. Выше. На гранатку. Что-то плюс 25 не дали. За что? Там кто-то еще есть. А, у них опять эта фигня. Какая? По мозгам, которые дают. А, да-да-да, они там поставили одну. Я вошел, этот, мне прицел вообще не поворачивается, там чувак бежал. Да-да-да, вот хрень, да, придумали? Ну, прикольно. Угу. Вот она здесь стоит. Кого-то я глушу. Это электрической фигней. Ух, ничего, прикинь, он успел в атаку вернуться. А, не крысового. Он за нас играет. Чувак, прикинь, успел вот так сальто сделать назад. Вон вижу эту, по мозгам, которая дает штучку. Да, вали ее. Сейчас как раз в стул захожу. Ну, хэдшот. Вот, неужели вон, я валю, вот валю, все, завалю ее. Да? Проходим, проходим. А я как раз в ней зашел. Слушай, что чувак говорил нам, но это... А, я вообще все прослушал. А, я уже отпрыгнул. Задержка-то какая вообще? Я отпрыгнул, а у него получилось, что я стоял на месте. Вон, чувак. Ты где? Вот куда вот он ушел? Почему я так слабо бегаю? Прикинь, я сзади к ним подошел. Вообще прям в спину. Ко всем что? Да. Не ко всем, к двоим. Ух ты, сейчас покажет это наше, да, КСЛ? Да. Вон, смотри, что он здесь набил. Он видать, здесь этот... Вот, у меня такая фигня была. Да, классно. Вот. Он, видать, здесь мастак по этой карте. Только я не знал, как взлетать ей. Вот я тоже не знаю. Мне говорили ноль. Не, я на ноль пробовал, нифига. Не знаю. Я тоже там, я вот просто летал, как машинка, вот ездил и вперед-назад, как бы вот это. Но пока я разбирался, она взорвалась. Так, ну давай за рандом опять. Да, рандом. У нас сегодня не равны, по-моему. Сейчас больше. Ну это была уже первая и вторая была. Не, они любители все вот этой верхней карты, которая Китаун. Она это у них с блоковса первого осталось как бы впечатление. И вот здесь целая эта серия есть игр с этой картой. Прям здесь когда начинаешь поиск игр, там есть отдельно прям Китаун игры, там все виды режима, но чисто на этой карте больше как бы никакие карты не. Ну это короче как перестрелка, наверное, в этом в МВ первом. Наверное, не помню, там была такая. Там популярные карты, это перестрелка и крушение. Там, по-моему, все не популярны. Там нет, там вот две вот особенно популярные. Но на них КВ не играют, потому что там много на этих картах кто играет, потому что. Угу. Ладно, сейчас попробуем. Надо будет потом в этот пойти лучше. Сверхать. Что-нибудь другой режим, где побольше очков дают. Здесь, видишь, чисто за убийство дают, а там еще вот. И всякую другую ерунду. Да, да, вот этот последний карт доиграем, давай, и давай. Остановим запись. О, бабочка летает от меня справа, вон она. Квадратная такая. Только квадратная. Да и все квадратная.
О, блин, своего убил, прикинь. Чех кикнул? Нет, 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 не кикнул еще. Я вот лучше помру, но я не убью своего. А вот я это стрелял в этого противника, как бы. От бедра в Ё. чувака не могу попасть. Прыгаю. Блин, Так, давай вот. сразу. Я в затя. Вот ё, своего замочил. Вот как, я прикинь, даже в него не стрелял. Я рядом с ним стрельнул и попал в него, интересно, как-то. Пулю, что ли, косят на несколько градусов. О, я почти к ним на базу забежал, но меня с пистолета чувак убил. Кстати, не первый раз уже. Так, тут чувак где-то. Справа от тебя. Все, Справа, там замочил, еще один. замочил. Там еще за автобусом. Там много где. Аккуратно, А в доме что я тут? гранат кинул. В нашем доме. Мне какой-то байдой. Ух ты, видал он двоих на Да-да-да. странице. Да. Осторожно, не мельтеши у меня, в принципе. Все, тихо-тихо, я только один. Да. Справа кто-то. К нам. Есть, убил. В автобусе сидит. Все, мы поменялись местами. Картами, что? Местами, ну это. Ну, на карте местами. Да. Эх, Чуть сзади у своего не нас замочил. на базе сидит чувак, вот здесь прям. Неплохая карта, ну привыкнем просто. Ты вот еще вот это, своих нельзя убивать там. Блин, да как же я к ним на базу почти проберусь, меня. Свинтит. Тихо-тихо. Давай, я у них на базе дом держу. Я тоже. Троих. Ну чё ты так долго гранат кидаешь, а? Вообще. Все пучком, пучком, все пучком. На гранатку тебе. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я, наверное, человек там 6 убил у них. И мне ничего не дали, прикинь. Мне никакие перки, ничего на это. А там, А, по-моему, потому что. с 10 там. Нет, не здесь. Не здесь. Я просто поставил такие смачные. То есть смачные. А не это. Побольше надо набрать очков. А, меня закидывают гранатами. Надо валить из этого дома. Крысулов, иди оттуда. Там они пасут окно. А, жесть, Косоловского то херни стреляет. Типа гранатомет, по-моему. Они в противоположном доме там. Все, На все, той я у них улице. появился. Отлично. Троих положил сразу. Пять уже. А, ну вот какой засранец завалил. Тут я прыгаю, тут трое их бегают. Решил одного завалить и сдохнуть, а его кто-то завалил до меня. Ну, блин, все, мы поменялись местами. Опять? Стой, куда пошел? Куда пошел? Очень тебя не звали. Все, все, тихо. Смотри, у меня такая штука есть опять. Какая? А вот такая. Давай. Одного только. Блин. Я тебя спас, кстати. Еще бы ты меня спас бы вон там. Еще один зашел к нам. Я тебя собой закрою от какого-то. От пуль какой-то. Я так надо со Подошел мной. посмотреть, меня завалили. Зато тебя там. Сверху, Прикол. кстати, это стоит. Опять. А, ну я понял. А у нас что ли в доме? Да, у нас в доме Ща я хром. ее Это чья, замочу. я не знаю даже. Стой, стой, не заходи. Не заходи. Ой. Нет противника. Стой, 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 граната. Тебя засосало, да, туда? Нет. Я туда гранату кинул, и какой-то лошок зашел туда. Забежал. Меня забанил. Опять? Да. Ну все, конец раунда. Сейчас вот мы увидим. Мы выиграли, кстати. 75-71. Он зарабаша убивал, чувак. Не, мне. А сколько там бан? Одна сессия, и чё? Я не знаю, сколько. Ха-ха, красиво. Ну чё, давай на этом заканчивать тогда. Да, давай, кстати, счет Да, не с вами такой. был Реактор и Паша. Угу.